Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем вот такой рисуночек. Схема этого рисунка очень простая. Изнаночные петли, лицевые петли, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Он повторяется как вверху, так и в нижней части. Схема. Элемент перекрещивания петель 3 и 3. Красным я выделила тот факт, что с 1 по 11 ряд накиды в изнаночных рядах провязываются изнаночной петлей. А с 15 ряда по 23 накиды в изнаночных рядах провязываются лицевой. Раппорт этого рисунка составляет 10 петель. Я набрала 26 петель. 20 петель раппорта, то у меня будет 2 раппорта. Плюс 4 петли изнаночных. 2 кромочных по краям будет и всего 26 петель. Итак, давайте приступим. Кромочная, 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 лицевая. Вновь 9 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 лицевая, 4 изнаночных и кромочная. В изнаночных рядах мы провязываем петли по рисунку. Лицевые провязываем лицевой. Изнаночные здесь провязываем изнаночной. Раппорт в рядах составляет 25 рядов. Следующий ряд, это у нас будет третий, провязываем кромочную, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чтобы провязать 2 вместе с наклоном вправо, я вот эту петельку переворачиваю. И теперь провязываю 2 вместе. У меня петля ложится с наклоном вправо. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных. Опять я переворачиваю петельку лицевую, провязываю 2 вместе и накид. 4 изнаночных и кромочная. В изнаночном ряду здесь мы накиды провязываем изнаночной петлей. Остальные петли все по рисунку. Следующий ряд. Кромочная. 7 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вновь лицевую петельку я переворачиваю, провязываю 2 вместе, накид, лицевая, 7 изнаночных опять мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 4 изнаночных и кромочная.
изнаночный ряд по рисунку. Накиды провязываем изнаночной петлей. Следующий ряд. Кромочная. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вновь провязываем 2 вместе. Накид. 2 лицевые. 6 изнаночных. Две вместе, накид, две лицевые, 4 изнаночных и кромочная. Изнаночный ряд по рисунку. Накиды пока мы провязываем в изнаночных рядах изнаночными петлями. Так, следующий ряд. Кромочная. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые. Провязываем вместе. Накид. 3 лицевых. 5 изнаночных. 2 вместе лицевых. Накид, 3 лицевые, 4 изнаночных и кромочная. Провязываем изнаночный ряд по рисунку. Следующий ряд. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4 изнаночных. 2 вместе лицевой, накид, 1, 2, 3, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 изнаночных, 2 вместе лицевой, накид, 1, 2, 3, 4 лицевых, 4 изнаночных, и кромочная. И вновь один изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. Итак, мы с вами дошли до середины рисунка. Сейчас мы будем вязать вот этот 13 ряд, в котором будем делать перекрест. Кромочная. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Рабочую правую спицу мы заводим вперед. Пропускаем 3 петли. Следующие 3 петли снимаем на правую спицу. Спускаем все петли. Теперь левую спицу заводим за работу. И поднимаем первые 3 петли. Теперь с правой спицы возвращаем петли на левую спицу. И провязываем все петли лицевыми. Вот так. Вновь провязываем 4 изнаночных. И опять правая спица перед работой снимаем. Я придерживаю петли, чтобы они
не спустились. Вновь одеваю их на левую спицу, возвращаю, и все 6 петель провязываю лицевыми. Четыре изнаночных и кромочные. Вот так у нас получается. Изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. Следующий, 17 ряд. Одна кромочная, 4 изнаночных, 4 петли лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 4 изнаночных. Дальше 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4 и кромочная. С этого изнаночного ряда мы накиды провязываем лицевой петлей в изнаночных рядах. Лицевые петли провязываем лицевыми. Накид провязываем лицевой. Изнаночные петли изнаночными. Следующий ряд. Кромочная. 1, 2, 3, 4 петли изнаночных. 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Вновь перекрещиваю лицевую, чтобы было красиво, лежала она в правую сторону. Здесь вот я делала перекрест, петелька ровно лежит наклоном направо. Накид изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 лицевых, петельку и провязываю 2 вместе. Накид, 5 изнаночных. И кромочная. Изнаночный ряд по рисунку. Накиды провязываем лицевой. Следующий ряд. Кромочную снимаем. 4 изнаночных, 2 лицевых, 2 провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 2 лицевые, 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Накид изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 6 кромочная. Изнаночные ряды провязываем по рисунку. Не забываем про накиды. Их мы провязываем здесь лицевыми. Вяжем следующий ряд. Кромочная. 1, 2, 3, 4 изнаночных. 1 лицевая,
Две петли провязываем вместе лицевой накид. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь изнаночных, одна лицевая. Две петли провязываем вместе с наклоном вправо, накид. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь изнаночных и кромочная. Изнаночный ряд по рисунку. Накид провязываем лицевой. Изнаночные петли изнаночными. Лицевые лицевыми. И кромочные. Теперь мы провязываем 23 ряд. Кромочная, 4 изнаночных, 2 петли вместе, лицевой накид, 8 петель изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 петли провязываем вместе, лицевой накид и вновь 8 петель изнаночных. Изнаночный ряд провязываем по рисунку. И теперь последний, 25-й ряд, кромочная, 4 изнаночных, 1 лицевая, 9 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 лицевая и 9 изнаночных. Кромочная. Вот такой у нас с вами рисунок получается.